Всем привет! Вы на канале Паркетосы. И мы не сидим дома, мы поехали искать самую жирную и сочную грязь. Сегодня приехали в интересное место. Здесь идет лесозаготовка, дороги с большой колеей, жирная грязь такая интересная, снега нет. Я думаю, что после зимы здесь будет очень интересно. Ну и кто у нас сегодня на выездах? У нас сегодня, как всегда, самые активные паркетосы, которые не любят сидеть дома. Daihatsu Rocky у нас, две Toyota Prado, дизельная и бензиновая, два Черка у нас, дизельный и бензиновый 4.0. Kia Sorento, ну и куда же без Дастера? Дастер всегда с нами. Поэтому, а еще и Mitsubishi Pajero у нас, и спорт, и просто Паджерик. Поэтому сегодня команда Ух, сегодня мы здесь раздолбим эту грязь. Дастер с Sorento проехали, а Паджерик сел. Первая такая локация, интересная грязь. Зимой здесь было жестко, потому что был лед. Ну а сейчас уже все растаяло, но колея не позволит быстро проехать. Но ребята отчаянные, паркетосы, сейчас покажут, как надо ездить. Колея глубокая, но вон видите, как Daihatsu Rocky 2.8, турбодизель, 102 лошадиные силы, пробивает первым путь. Слышно, как работает дизель. Хорошо проехал. Зимой было сложнее, гораздо сложнее. Следующий у нас Чароки 2.5 дизель. Витя набирает газ в пол. Ну, для него это не препятствие, но идет красиво. Очень красиво пошел. Сейчас посмотрим, как у него здесь получится, не сядет ли он в колею. Как всегда, нас обливает с ног до головы. Я думал, он спокойно поедет, но он не поехал спокойно, примирялся. Поехал еще один Prado, дизельный. 3.0 дизелек, самый сок, сток. Вот, сейчас трохи газа, чтобы облить телефон. Самый отважный Duster. Вообще легко едет, не хуже внедорожников проезжает. Kia Sorento едет аккуратно, осторожно. Все-таки это такой лайтовый внедорожник. Ну, ему тут нет препятствий. Все-таки дизельные машины очень хорошо едут. Jeep Cherokee 4.0 бензин. Вот как надо ездить. Американцы раздолбили эту лужу.
И замыкающий нашей колонны Паджеро едет 2.8 дизель, а ждет своего часа еще Паджеро Спорт. Колеса большие, машина для лайт выездов. Аккуратно, очень аккуратно. Видно, не хочет мыть машину. Паджеро Спорт. Почему спорт? Да потому что на нем ездит спортсмен. Чемпион по драг-рейсингу Беларуси. Ой, сейчас будет нас тут. Ой, так вот. Проехали по грязи, теперь моем днище. Первый Дайхатсу у нас сегодня везде будет. Ой, все, сел. Говорили ему, выезжай, на левее берись. Сел прямо на брюхо, на мост. Вот так вот снимаются кадры контента. Все как мы любим. Уже не лайт, раз нужно лебедку раскручивать. Сейчас будем лебедой вытаскивать этого японца. Так хочется жить. Ага, играет хорошая музыка, так хочется жить. А куда ты полез? Эвакуация Дайхатсу, сам себя тянет. Сейчас нам и эту колею сравняешь, чтобы остальные на Дастерах и Соренто проехали. Хорошо, когда есть лебедка хорошая. Смотри, как мостом поравнял. Сейчас еще две машины так протянем и вообще будет. Смотри, смотри, прямо с колеи хочет выехать. О, молодец. Маленький красавец. О, сейчас валь. Пошел, пошел, пошел. Сейчас там все бревна подымет. И что надо было крутиться? Надо было ехать просто прямо и все. Пробуй выпрыгнуть! Как соляркой пахнет. Ну да, дизель. А это бензиновый, солярка пахнет тогда, которая с зимы еще от УАЗа осталась. Вот. Все! Одна сидит, вторая спешит на помощь. Ну, сейчас посмотрим, как дизелек выйдет здесь. Для него, конечно, уже немножко стало легче, но тоже будет пытаться выпрыгнуть. Не выпрыгнешь ты, слишком колея глубокая. Только прямо, только прямо. Только прямо, не пытайся выпрыгнуть, не хватит тебе. Вот. И сдай назад, чтобы чуть больше скорость набрать. Конечно, со стороны выглядит здесь вообще, кажется, чего тут он не едет. Все. Все, стопы. Теперь две Тойоты на болоте. Когда в поле, когда нету деревьев, за пеньки. Интересно, соскочит или нет? Так надо было сразу уехать. Надо тебя не останавливать. Ну теперь 2.5 дизель Mitsubishi. Давай, давай! Ай, чуть-чуть вытаскивает? Нет, все. Ты должен был хоть для приличия где-нибудь остановиться. Полетели! Mitsubishi за Mitsubishi. Но здесь помощи больше, 2.8 все-таки. Все, сам выходит. Назвали уже этот чирок пацаны Беляшом. 4.0.
У нас сейчас уже два черка замыкающих. Большие колеса. Красивый. Кирпичи эти очень красивые. Вот спокойненько идет. Ну грех уже было тут сесть после Дастера. Газ. Вот там вот на выезде красиво. Ой, как красиво. Ну что, Чарок, перепрыгнет? Ой, Чарок, говорю. Соренто. Сейчас сядет Соренто. Все, он там уже не выпрыгнет. Не тащит. Тащит. Красава. Все. Прилип. Корейцы не сдаются. Таски вытащит. Чуть-чуть не хватило. Выйдет сам. Все, выехал. Ну, корейцы, конечно, бойцы еще те. Ну, самый дикий Чарок у нас. Смотри, что будет сейчас делать. Сразу ныряет. Без остановки идет. Улетает только палки. Ну, конечно, да, последнему вроде и легко, но колея, конечно, уже здесь очень глубокая. Самодельный трак. Он как нульцевый выглядит. Проходишь. Да. Ну, лучше так вправо не надо, прямо. Вот так вот прямо просто. Прямо. Прямо. Еще. Хочешь взяться куда-то левее? Мне кажется, там глубже еще сбоку будет, чем по прямой. Тут ходом надо брать. Пол колеса. Вот надо. Ой, занырнул. Утяскивай, давай. Выпрыгнул. Чарок. Вот, еще ударяет. Вы видели, как занырнул? По капот. Ну, пролетел. Следом Чарок. Ой, следом Паджеро летит. Такой полупаркетник, тестим еще одну объездку прямо в две машины. Ай, вообще ничего интересного нету. Какой же тут мотоцикл стоит впереди? Что-то там уже Дайхацу тонет. Подцепил что-то. Выбирается. Не хватило чуть-чуть. Догнал и нашел нас в лесу Андрюха на белом Прадо. Сейчас поедем дорого-богато. Будем тестировать Прадик на новых колесах. Ехали по лесу, доехали до болот. Наверное, это тот самый
огород дяди Вовы. Дядя Вова, тебе привет. Не знаю, 400 метров до тушенки, которую вы прятали на болоте. Ну, сейчас попробуем в одну машину что-то покорить. Получится у паркетовцев, либо нет. Ну, мы смелые, отважные. Мы сейчас посмотрим, как он утонет. Главное слово такое, как он утонет. Ну, может, и не утонет. Не как проедет, а как утонет, да? Не, ну я имею в виду зря. Увидели сами, не зная броду, нечего ехать на болото. Даже большой толпой, то страшно. Можем здесь сутки провести, пока мы все машины. У нас 9 машин, пока мы всех переберем туда. Да и смысл туда ехать. Я тебе говорил, подожди, я пойду проверю дорогу. Я дошел, говорю, болото не надо, ты уже здесь. 2 варианта, да. Паркетос и сила. Ты посмотри, что тут было, а? Нет, дастеры здесь точно не пройдут. Можно ездить в одну машину, но надо 10 человек с собой. Ну да, автобус привозишь или в прицепе их везешь. Не, ну болото, конечно, это не для паркетосов такое сложное. Тут все утонет. Артем, на Ниве шикарное место. Ниву здесь можно просто оставить навсегда. Ну и покататься. Заехали, теперь выезжаем из этого болота обратно. Тут на старте можно застрять и не выехать. Корок вон через деревья, как лось. Спасли Дайхатсу, выбираемся на большую землю. Болото не взяли с одной стороны. Поедем в объезд, двигаемся, завалов очень много. Нашли! Радость для паркетосов. Длинные грязевые лужи. Первый Дайхатсу самый смелый. Паркетосов трусов нет. Дорога еще не езженная. Нормально, вот здесь вот хорошенькая уже вода. Все, деревце. Так вообще оно ни о чем. Прада. Немножко уже с оторванной выхлопной трубой. Звук прямо как у V8. В Тойоте, кстати, не хватает такого звука, чтобы можно было вот порычать. Идет! Ай-яй-яй, намочил ноги. Ты мои Гуччи намочил. Дастер у нас всегда в первых рядах. Ну для него глубоко, без шнорпеля занырнул по фары. Сейчас посмотрим, как здесь пойдет. Конечно, тут бы не хотелось бы газовать так, чтобы... Ну, Дастер может. За Дастером несется белый Прада. Хай идет в
по уму, волну гонит перед собою. Еще чистенький. Чем нам ответил сейчас Соренто? Соренто хорошо едут, аж вон лампы в воде. Да нет препятствий для Соренто. Он заныривает хорошо. Дизельный японец, без шноркеля, пока еще горит. Не было тех препятствий, где нужен был шноркель. Ну, красивый автомобиль. Сложно сейчас найти живой экземпляр, но можно. Да еще и дизель 3.0. Паджеро. И чарок за ним не ждет. Ай, красиво идут эти парни. Американцы, нет препятствий для них. Но красивая же машина и сделана неплохо, с головой, по уму. Последний замыкающий чарок, вот он, любитель пооблевать всех. Красиво идут, все в полосатых купальниках. Ну я же до сюда дошел без сапог. Ой, что-то закручивается, нехорошая ситуация. Чем дальше в лес, тем лужи глубже. И тут, походу, тоже болото. Ну, наверное, проезжабельная, раз дорога есть. Вопрос, конечно, кто здесь. Смотри, ездит. Номер даже не смочил. Ну, твердое дно, значит, можно ехать. Здесь дно я палкой померил, нормально. Вот это такая страшная. Темная, не видно ничего. Смотри, твердое дно, едет легко. Доберется? Да. Только там дальше бревно. Ой, ну это вот прямо лайт-лайтовый. Друзья, джиперы, как только сходит снег, нужно сразу ехать по тем местам, где катались по снегу. Тут просто растаяло все. Такая сочная грязь, такие длинные лужи. Просто едешь, кайф. Без последствий для машины, нет никаких там бревен, корешков. Но вот просто маршрутик здесь сегодня лайт-лайтовый. Но еще, конечно, не все проехали. Один проехал, мы тут говорим, что все по лайту. Что будет дальше? Еще сзади и Duster, и Kia Sorento стоит. Ну и красивый белый Prado. Ну, белый Prado, конечно, может, но... Надо поберечь его. 51 секунду ехал до меня. 51 секунду ехал до меня. Столько пленки потратил. Вон, 437. Ну, он 30 секунд только курил, а потом ехал дальше. Надо песню правильно включить. Пора хоть дороги подключать. Не, ну даже, все-таки нужно не спеша, когда ходом бьешь, волна большая. Так ты ж первый еще и не знаешь. Да, это поэтому так. Вот правильно, наконец-таки, Мак. Пашу стали пускать вторым с пилой. Ну без пилы никуда. Проехал одну лужу, сразу нужна пила. Вот главный лесоруб спешит на помощь. А звук какой, а? Подводная лодка. Ну,
После Дайхатсу все смелые, прямо газ. Дастер подгазовывает еще. Наверное, 3 года паркетосы хотели добраться до огорода дяди Вовы. Вова, тебе привет. Посмотреть хоть глазиком, что здесь. Дождались, снег сошел, и мы вот доехали сюда. Вот то место из видео, где ты здесь долбил на своем патроле. Ну а паркетосы сюда не поедут, потому что еще на старте притопили машину, и уже надо выбираться. Но места, конечно, здесь сочные. Тут нужно подготовленными машинами ехать. И это уже, наверное, не паркетосы, это и не лайт-лайтовый, не лайт-плюс. Это просто жесть. Хард. Жесть и хард. Ну, у нас есть видео на YouTube, найдите там, где было все по-взрослому. Вот там, конечно, увидите, как машины должны ехать. Хорошо подготовлены. Ну, а мы будем выбираться, поедем еще искать интересное. Назад ехать уже не так страшно, да, Макс? Да, не так страшно, в ту сторону. Ну, Дайхатсу, если поставить на 35-е колеса, которые не провернется маленьким двигателем, ну, тогда можно ехать. Не изменяем традициям, разобрались в какую-то жесть, в болото, тут мы и закопаем наши подарочки от GrotFood. Маршрут здесь непростой, поэтому и самую вкусную тушенку будем здесь закапывать. Все по-серьезному. Каша это добрался, съел, ну а это, пока будешь выбираться, точно тебе понадобится и тушенка из говядины, и свиная тушенка. Вложим в пакетик. Сюда главное добраться. Координаты вот здесь видео. Найдете, пишите нам в Instagram, что нашли. Ну и приятного вам аппетита. Уже приехал искать. Помни, так можно на дачу передать. Теперь мы едем уже в Чероки. Мягенько, комфортненько. Лужи нам не страшны, но здесь такая интересная дорожка. А сейчас, раз ехал в Чероки, Чероки едут первыми. И будут, наверное, первые доберутся до болота. Второй следом. На внедорожные покатушки с паркетосами можно приезжать на любом автомобиле с полным приводом. Желательно иметь защиты, шмурдяк джиперский. Ну а так вы видите, новые прадики катаются. Дастер вон там издалека выезжает. Дастеры вообще очень хорошо едут. И по выходным выезжают за приключениями. Вот видите, как Дастер красиво едет.
что здесь жесткое. Поставим на широк. Давай, давай. Японец не бросает в виде американца. Пошел потихоньку. Теперь уже сам дыхаться в беде. То ли они играются во что-то, то перетянет лебедку. Если кто знает, этот белый беляш уже на онлайнере продается. Сейчас спросим хозяина, чего продает. Чего продается машина? Уже не продается. Уже не продается? Ты просто сбрасываешь координату в этом болоте, говоришь, приезжай, забирай со скидкой. Колеса уже замылились в грязи. Тяжело будет, но можно. Поехали. Охотники за оффроудом сегодня все настоящие. Долбили везде грязь, нигде не боялись. Забрались в огород дяди Вовы и просто здесь все раздолбили. Поэтому чарка посадили, дальше дороги нет. Будем завершать эту серию. Подписывайтесь на канал Паркитос, ставьте лайки, пишите комментарии. Тут злобные, что я тут на своей девятке проеду. Приезжайте, катайтесь. Ну а мы вам говорим, до новых встреч. Я здесь ехал. Ты искал? Да. Я повернул туда.